Сегодня в России празднуют День студента. В честь праздника в Химках провели круглый стол, посвященный проблемам студенческого самоуправления. Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил ребят, отметив, что будущее Химок в руках молодого поколения. Это наша основная задача. Мы должны сделать наш город лучше, а это можно сделать, друзья, только вместе с вами одной единой командой, где мы друг на друга, как в любой команде, можем всегда опираться и рассчитывать. В мероприятии приняли участие студенты Химкинского техникума, Академии гражданской защиты МЧС, Московского губернского колледжа искусств и других образовательных учреждений. Ребята рассказали, какие проекты реализуют в стенах учебного заведения и обсудили самые важные проблемы. Своим опытом работы в студсовете поделилась и депутат Московской областной думы Линара Самединова. Основная идея все-таки заключается в том, чтобы сделать из них единое сообщество студенческое, чтобы ребята не просто в собственном соку варились внутри университета или своего колледжа, а чтобы они знали, чем живет город, чем живет область, как участвовать в региональных этапах всероссийских мероприятий, как формировать делегации и ездить в стажировки. В ходе обсуждения определили план работы, который реализуют при поддержке отдела по делам молодежи администрации Химок. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.